Я чувствую себя... Здравствуйте. Чувствую себя Владимиром Владимировичем. Не Шахриным, а Путиным. Итак, пожалуйста, средства массовой информации. По очереди можете задавать свои вопросы. Сейчас мы подождем, пока все остальные корреспонденты и журналисты подойдут. Привет, всем привет. Да, спасибо Владимиру Владимировичу, что вовремя закончил. Лучше бы не начинал. Не знаю, что сказать. Сама нахожусь в небольшом таком замешательстве. У нас как раз там чат с сотрудниками рабочий на 22 человека. И, конечно, такая активность сразу... Чат, вернее, сразу активизировался. Масса... вопросов, впечатлений. Непонятностей всяческих. Эмоций матом. Ну вот вы, Егор, можете матом, а я не могу, я, видите, почти на Первом канале. Что делать? Что же нам всем с вами делать? Ладно, еще у кого могут зарплаты сохраниться. Если есть из чего их сохранять. Если это госучреждение. А если нет? Вывезем. Кого вывезем и в каком виде вывезем, Маша? Вот что важно. Я предупреждаю, хочу всех как-то повыше стать. Выше, чем... Предупреждаю сразу и прошу прощения за то, что будут сейчас всякие неполадки технические. Все может упасть, все может прекратиться, все может завершиться, потому что я первый раз в жизни провожу эфир прямой сама, одна, без помощи, без Марины, без присутствия кого-либо. Все, что вы видите, я выставила сама. Повыше вот так или вот так? Куда повыше сядь? Я, невозможно это вот так. Марин, вот так? Вот, поэтому как я провожу самоизоляцию? Я стараюсь, ну, вернее, я честно вам говорю, я ни с кем не контактирую, даже с родителями. Я приезжаю к ним, мама что-то если приготовит, они мне выставляют мне на улицу. Если я что-то приношу, папа мне говорит, поставь на пол, на землю поставь и уходи. Вот так вот мы проводим. Ребята, как проводите время в самоизоляции? Ну вот я вам только что рассказала. В заточении. Нет, ну слава богу, что меня выгодно отличает и спасает дома, то, что у меня есть хотя бы своя территория, я могу выйти, подышать, там, с кем бы походить немножко. Так, что значит в миске выставляют? Серёж, ты чё? Что такое в миске выставляют? Это про салон красоты в миске выставляют? Да, с Кимбой, бесконтактная доставка, продукты, вот первый раз сегодня получила по доставке, следующая доставка предстоит 9 апреля, теперь уже 9, ну, наверное, уже даже 12, а не 9. Вот, пожалуйста, вот Defensor 2012, вы можете задать свой вопрос в зеленый микрофон. Да, родители мне выставляют не в миске, но в пакетах, в контейнерах, там в разных. Песню по поводу карантина не хочу я придумать, я не хайп. Мейкап я не делал, это фильтр такой вот с микрофонами, поэтому он дает такой эффект мейкапа. Лен, ты тоже можешь его попробовать, и у тебя тоже получится. А вы с Андреем, Лен, договорились, да? У вас все в миске выставляют. Это всегда дома такая красивая, где пижама. Ну, я старалась максимально близко подойти к пижаме. Я не могу зеленый микрофон.
Ну хорошо, вы можете спросить в синий микрофон, в синий. Вот, значит, я могу какие-то вопросы не успеть почитать, конечно, потому что я могу не успеть прочитать, потому что я одна. Если... Да, я всегда в сережечках. Что ж такое? Сережечка, я всегда в сережечках. Поэтому мне нужно лишних акцентов. Зачем про карантин песни? Не надо. Я считаю, что не надо. Я честно сижу, и раз в 3 дня я уже поставила себе гитару. Я ее. Ну, главное, что я ее вижу. Она у меня под боком. Давайте выпьем. Я вас всех поздравляю еще с. Катя пишет, пусти нас к себе. Значит, я должна вам поставить во дворе ванну с мироместином. Я вас там всех искупаю. Потом залезу туда к вам сама. И 2 глаза всего, сообщений немного, да. Давайте выпьем. Я поздравляю нас всех с еще одними длительными выходными. Хочу сказать, чтобы не падали духом, не расстраивались. Нужно искать преимущества в этом периоде. Концертов физических не будет. А про онлайн-концерт мы сейчас поговорим. Что это такое? Давайте. Сухое красное, да. Значит, фильмы. Я посмотрела «Триггер». Мне понравился очень. Прям для нашего сериала очень-очень-очень-очень. Ну, меня вообще очень сложно увлечь. Но он меня увлек. Прям за 2 или за 3 дня я его посмотрела. Сбила себе режим из-за этого. Потому что ты как дурак смотришь до 5 утра. А потом утром не понимаешь, где твой день. Да, медики, вы молодцы. Вы молодцы. Будьте аккуратны, берегите себя. Я понимаю, что вы в эпицентре. Колл-центр посмотри. Потом что еще я посмотрела? «Светская жизнь» в идеале. Мне тоже понравилось. «Американские боги» я начала смотреть. Мне нравится, я, правда, половину там не понимаю, но мне очень нравится. Может быть, кто-то мне что-то сможет объяснить или будет со мной параллельно смотреть. Потом, что еще было? «Содержанки», понятно, 2-й сезон. Ну, конечно, первый был гораздо эффектнее. Откуда телевизионные микрофоны? У меня дома есть набор микрофонов. Я попросил, на день рождения подарили. И главное, что они могут за мной перемещаться. Вот видите, туда и они. Вот, расскажите, пожалуйста, что вы смотрели. И мы как раз поделимся все вместе своими... Да, все своими впечатлениями. Да, каждый из этих микрофонов... Он продезинфицирован. Порнхаб, смотри, там про любовь. Про большую чистую, я надеюсь. Почта России тоже работает. Но, конечно, если Почта России или Водоканал, или какие-то жизненно важные объекты не будут работать, ну, конечно, мы все не сможем существовать без этого. «Содержанки», «Оранжевый хит сезона». Многие поют, может, тоже споешь в эфире. Ой, многие, видите, песни новые пишут. Как вам новая песня, которая вышла вчера? Расскажите о впечатлениях. Алкогольные магазины специализированные, они закрыты. Либо они делают вид, что они закрыты, я не знаю. Но, в общем, естественно, алкоголь в магазинах продуктовых, в общих, он стоит и продается достаточно успешно. А дня 3-4 назад, когда еще винный магазин не закрылся, я зашла, и, значит, там покупатель что-то спорит, ну, не спорит, разговаривает с продавщицей, она говорит: «Хорошо, карту оформим, приходите после праздников». То есть у людей настолько ассоциация вот этой очереди за алкоголем только с праздниками, они в Новый год столько не видели. Поэтому, ну и вся очередь, конечно, в покатуху. Да, я про песню Земфиры, да, поделитесь.
Поделитесь потом, я скажу что-нибудь, если вам будет интересно. Вот, какие ассоциации, почему 36, что понравилось, музыка, текст, содержание, настроение. Как яйца светить будут и куличи. Я не знаю, как сейчас на 9, как 9 мая будет происходить, мне очень интересно. Вот сейчас мы все якобы соблюдаем все меры предосторожности. А что будет 9 мая? Вот первого, ладно, мы еще транспаранты спрячем, забудем. А 9-го что? То есть опять все вылезут, и опять получится, что это до сентября, и все по новой. Лиза, Маша, что? Да, всем привет, присоединяйтесь. Ну, так что, только два мнения, я смотрю, про песню. Я когда хожу в магазин, если я хожу, во-первых, у меня доставка, я же говорила. Очень глубокий смысл, меланхолия, не изменяет себе. Музыка понравилась больше всего. 9 мая могут переложить, Лиза. Ну, как переложить? Куда его переложить? Очень интересно. Ну, дату же не перенесут они, а это все равно дата останется датой. Это отмечание могут перенести. Все дома до конца мая. Вот, что-то там я пропустила. И меня Земфира, если честно, не порадовала новой песней. Ира, почему? Скажи, почему не порадовала? Вот что тебя там смущает? То есть будет у нас все вместе с Днем Независимости, я так понимаю. Кимба спит. Она устала. О, онлайн-парад, это интересно. Хорошая идея. Да, видели уже открытое какое-то там обращение кого-то куда-то, что просьба перестать людей вводить в панику, и что якобы все это сделано для развития цифровых технологий, 5G и так далее. Чувственно, но буквально на двух аккордах, да и текст слабоват. Так, ну, есть еще смельчаки, есть ли еще критики, есть ли кто-то, кроме восхищений, что-то есть ли? Вот синий микрофон, Россия, пожалуйста. О, давайте кого-нибудь включим в эфир, или зависнет все. Катя, Вера здесь? Катя? Название не понравилось. Ну, название, ты считаешь, наше или не наше? Так, где мой бокал? Дайте мне попонтоваться. Тем более такой повод. Только что... Сейчас такие микрофоны будут у Владимира Владимировича каждые 5 минут. Ну так давай Веру включим в эфир. Или что вы там? Она скажет всем привет, подписчики, привет, подписывайтесь на мой канал. Пусть так скажет. Вам нужно там нажать и типа, стать гостем в эфире. Марин, что надо сделать? Скажи нам. Не знаю, мне реально зашло, уже подобрал аккорды, играю потихоньку. Угу. Вот трудолюбивый, усидчивый человек. Я не пью в пост, а потом раздражен, а потому раздражен и завидую. Да, это сразу я прочитала, как только ты появился здесь. Я сразу прочитала, что ты раздражен. Мне тоже показалось, что последние песни все примитивнее по смыслу и по музыке. Все лучше позади, увы. Обычно же говорят, все лучше впереди. Надейся и жди. Вере надо отправить запрос на совместный эфир. Вера, отправляй. Не пел давно и спел г... Не пел давно и спел... Г. Это про Земфиру. А тебе надо принять ее запрос. У меня такие микрофоны есть. Так, это только мои микрофоны. Ни у кого больше таких нет. Вот видите, вспышки там. Меня кто-то фотографирует, видимо. На все фотоаппараты. Ура, эфир. А, кстати, о чем я хотела поговорить. Я забыла. У меня же нет ни напоминаний, ничего нет у меня. Я прежде всего хотела песню Земфиры дослушать не смогла до конца. Текст не слабоват, с чего взяли?
Так, понятно, намечается дискуссия. Я хотела прежде всего сказать пару слов о концерте. Ну, я тормоз, прошло... Катя, свяжитесь с Мариной. Прошло 2 недели со дня нашего концерта, да, можно сказать, карантин. Карантин уже мы выдержали, теперь можно говорить. То есть я просто хотела сказать, ну и были на самом деле большие риски. Маленькое помещение замкнутое, много людей с разных городов, там со всей страны, потому что приезжали и на ночных снайперов люди на концерты, оставались у нас. И риски действительно были высокие. Вот. И слава богу, я надеюсь, что никто не заболел. Вот, и спасибо, что не побоялись, пришли, и я сразу-то не сознаю во время концерта, да, все свои эмоции, то есть мне вот реально нужно время, иногда прям до полумесяца, чтобы понять, насколько там было круто, хорошо, и еще раз спасибо всем, кто пришел, это было круто, правда. Так, запрос мне прислали, так, что мне делать, так... Дела. Кать. Так. Вера. Так, все. Все? Ну, привет. Что, вы не собрались? Вера, скажи привет. Привет. Ну вот, видите, как, вот такой вот прекрасный пол. Такая вот девочка хорошая на полу, да? Ну, скажи всем привет, подписывайтесь на мой канал, скажи. Ну, ладно, подготовьтесь немножечко. Катя, да, подготовимся. Хорошо. Давайте, подготовьтесь. Так, как мне убрать-то их? Ага. Так, ну, что-то там застеснялась. Ализа играла на гитаре, я не пропустила. Я не знаю. Но я не видела, по крайней мере. Я вышла и зашла, кнопка появлялась. Мы об этом не думали, мы просто пришли насладиться любимой музыкой. На концерт, да. Я тоже в какой-то момент, у меня отключилась всякая голова, всякий разум, потому что, ну, потом уже мы понимаем, что, в принципе, мы застали самые последние дни, то есть это был последний день, когда можно было, по-моему, играть концерты, да, стало закрывать границы. И, конечно, это чудо, что получилось сыграть. И тем самым он более запоминающимся, остался таким ярким в памяти. И до сих пор мы там смотрим видео, фотографии, вспоминаем с теплом. Так. Украина, Верочка, красотка. Да, Верочка застеснялась и убежала. И запросим клевую новую песню, если же Земфира не справляется. Нет, Земфира, на самом деле, если хотите знать мое мнение, хорошая песня. Единственное, что... Ну, мне очень понравилось по музыке. Мне кажется, простоватыми несколько рифм. Там дни, а дни, курить, пить, на дне, мне. Ну, то есть это все, конечно... Ну, то есть я не могу себе позволить, это дело каждого, но я не могу себе позволить остаться вот с такими, остановиться на них, да, то есть они мне, конечно, приходят первым делом в голову, но я могу 5 лет сидеть думать, чтобы мне пришла рифма там истерика-терика, да. Вот, и я об этом никогда не жалею, пусть реже. Ну, здесь, но с другой стороны, это дает мне возможность проще относиться к рифмообразованию, в принципе. Вот, поэтому, а гармонически, музыкально мне очень понравилось. Я вообще люблю, когда что-то начинается с акустических партий, с разряженных вот таких, а потом переходит на более насыщенный. А по Казахстану не планируете ездить? А мы сейчас вообще, знаете, не планируем ездить, если вы еще не понимаете. Вот, не то чтобы по Казахстану, мы по Всеволожску-то с трудом ездим. Мы что-то не видим Лизу с гитарой, а пора бы. Да что же вы за люди такие, а? На самом деле, чтобы увидеть меня с гитарой, нужно попробовать...
Да, Терека — это река в Осетии, там, где я выросла, в Владикавказе. Именно оттуда она мне вдруг пришла. То есть мне нужно было прожить всю эту жизнь, чтобы применить эту рифму. Дело в том, чтобы услышать Лизу с гитарой, нужно нам обсудить онлайн-концерт. Есть ли в этом смысл? Насколько это было бы интересно? Насколько... Ну, то есть я смотрю сейчас очень много онлайн таких мероприятий, и пока я, в принципе, ну, не увидела ни одного, которое атмосферно мне принесло бы какое-то удовольствие. То есть из всего, что я посмотрел, мне понравился Леонид Агутин, который дома поставил так же, как я с вами, там, штатив, без всяких вот этих монтажей, камер, переключений, технических заморочек и звуковых, повесил вот сюда петличку микрофонную и, значит, просто сам один сыграл, ну, там, не знаю, сколько он, час или два, прямой эфир с Дианой Арбениной. Что с Дианой Арбениной? Нет, не смотрела. Не смотрела, может быть, там что-то. То есть я категорически против вот таких вот мероприятий, как я видел тут на ОКО, там, Би-2, когда имитируется какая-то концертная атмосфера, какой-то зал, какая-то сцена. Я считаю, что это в данном случае неуместно. Уместно было бы то, если вот... Нет, не сама одна, нет, не понял. Хорошо, если это будет гармонично, так как это происходит в реальной жизни, там на кухне, там в квартире, либо это уже делать действительно на площадке, на концертной, в каком-то маленьком клубе. Вот, и, конечно, меня этот пультовой звук совсем не радует. Нужно придумать что-то, что будет звучать приятнее. Нет, если делать, то мы сделаем с ребятами, конечно, там какой-то, может быть, акустический концерт. Просто хочу, пока присматриваемся, смотрим, как это сделать лучше, где. На кухне. Кухню мне жалко, на самом деле. Вот, поэтому, может быть, мы сделаем какое-нибудь там голосование, посмотрим, сколько желающих. О, кстати, как мне написать тему эфира-то? Я забыла. А люди заходят, не знают, наверное, что я тут вещаю. Так. Тема, значит, онлайн-концерт напишу. Онлайн-концерт. Марин, как мне сделать тему эфира? Закрепить ее? Видимо, уже никак, да? Приезжайте на мою кухню, мне не жалко. А это вам сейчас не жалко. А потом, когда мы приедем, как оно будет? Потом уже будет поздно жалеть. Написать сообщение, потом его закрепить. Так, онлайн-концерт. Песня Земфиры. Пишу. А, Земфиры. Потом что мы еще говорим? Карантин. Потом что у нас еще было с тем? Напомните мне. Напомните мне. Ну, не помню. Так, я написала сообщение, а теперь мне что с ним сделать? А, прикрепить комментарий, да? Я молодец? Есть, получилось. Увидеть тему эфира? Тему эфира увидеть или нет? Напишите, какие концерты вы смотрели онлайн и что вам из этого понравилось. По звуку, по атмосфере. Мне вот очень, допустим, коробит, когда музыканты начинают, ну, не гармонично, когда они находятся в комнате какой-то и пытаются компенсировать эту вот атмосферу, которая должна присутствовать в зале. Мне это кажется не очень. А вот когда вы сидите, между собой общаетесь, и плюс еще иногда подключаете своих зрителей, это получается прикольно.
со Светой. Да, вот я буквально видела, ну, не видела, разговаривала вчера со Светой, она там вся в процессе своего открытия. Я думаю, что скоро это состоится. Алоэ вера, ну, в принципе, неплохо у них получилось, но опять же я говорю, что я, ну, электрически пока не вижу. Но они молодцы, они сделали хороший интерактив. Вот. Хорошее общение с поклонниками получилось. Я смотрела концерт Турунин. Смотрел Батисту, Чайку. Да, самое интересное, что выходит масса этих концертов, что и не только концертов, всех мероприятий, лекций. Я просто не успеваю ни смотреть, ни и денег уже нет, чтобы покупать что-то там, эти какие-то онлайн-курсы. Я себе купила курс по тейпированию, вот, но я вот так ни разу и не открыла. Но зато, если сейчас у нас не восстановится салон красоты, если у нас не будет восстановлена концертная деятельность, гастрольная, то я начну тейпировать людей, то есть избавлять там от каких-то, ну, то есть это косметология, скажем, посредством использования кинезиотейпа. Что за открытие у Светланы? Банк открытие. У Светы открывается арт-пространство, которое называется «Пушкин рядом», находится на канале Грибоедова. Сейчас там будут все подключения, подготовления и так далее. Елену Малышеву я, ну как смотрю, я смотрю только самое смешное, самое, ну вот, если посмотрите, у меня в сторис они там висят с вчерашнего дня, про, не буду говорить, что. Косметология посредством лейкопластыря. Не посредством косметологии. Вернее, это единственная косметология, которая будет нам вскоре доступна, если все продержится таким же образом. Вот. Я приеду на типирование. Да. Это сегодня был в сторис тоже шутка, что я ради тебя готов на все. Даже приехать, но не перегибай. Так что пока с приездом у всех большие сложности. Нет, я с друзьями не общаюсь, ну, в смысле, физически я ни с кем не встречаюсь пока. Вот, у меня есть два друга, это Валентина Васильевна и Кимба. Ну, это правда, это и поразительной силы артистизм, уровень у Елены Малышевой, он, конечно, дай бог каждому. Да, Лиза закрыла ворота, прикрепила туда зеркальные осколки, чтобы никто не перелез. Значит, еще у нас есть такая идея, тоже хотелось бы знать, насколько это интересно или неинтересно. Сейчас все же, кто, ну, допустим, кто в принципе умеет выходить в прямой эфир. Все читают там сказки, книги, вот. И у меня тоже было такое желание, и насколько это было бы интересно, если бы это длилось много дней в одной, ну, примерно в одно и то же время, если бы я прочитала какую-то книгу. Но я хотела прочитать то, что я хотела, но сегодня ее забрала уже Алена Свирида, читала там в каком-то аккаунте. И я не знаю, наверное, мне придется поменять предпочтение. Ну вот, если вы мне вдруг подскажете, что можно прочитать, чтобы она там, конечно, на 2 недели растянулась. Ну, там как-то за сколько-то. Нет, стихи нет, только не стихи. Стихи, ну, во-первых, я буду, ну, все время смеяться и расстраивать серьезность атмосферы. Потому что из меня это вот Света Сурганова как раз прекрасно с этим справляется и может это делать, умеет. Мне нравится, как она это делает, но я буду просто ржать. Все. Я очень хотела Карсона, который живет на крыше, но я хотела его в таком во взрослом варианте, не тот сценарий, там, не ту книжку, по которой у нас снимался, делался мультик, а на самом деле вот и оригинал. А он интересный очень, и
Он интересен не только детям, но и взрослым. Это, ну, прям классная книга была, я читала. И хотела тоже поделиться этим. Ну и когда это делать, на ночь или там утром портить всем день? Или как это лучше делать? Вот. Ну, для затравки, конечно, очень хочется песни послушать. «Сказка Пушкина», Лиза Просин. Разборы песен в прямом эфире. О, кстати, у меня была такая идея. Да, ну, в принципе, мы с вами уже одну песню, видите, сегодня разобрали. И я слышу каждый день неимоверное количество абсолютно несуразиц, над которой можно поражать. Да, это прям вот хорошая идея, это мне даже больше нравится. Угу. И я прям одну песню недавно про себя уже разобрала, я забыла, правда, какая. Поразбирала и забыла. Не успела этим поделиться. Если бы ваша жизнь была фильмом, то как бы он назывался? Как бы он назывался? Этот фильм. Этот фильм бы назывался, мне кажется. Каким-нибудь нехорошим словом. Все пишем «Ежик в тумане». В смысле «Ежик в тумане» есть такая книга? Ну, чего стоит только одна песня, там, «Каренина Анна», «Поезднина», или там «Время пострелять». Это же просто шедеврально. Там над каждой строчкой просто издеваться как хочешь. Фильм «Митвиновый». Да, кстати, Егор, вот ты молодец. Я два раза на твой вопрос не ответил, ты третий раз его пишешь. Молодец, потому что я просто не успеваю. По-другому в этом мире не прожить. Ну, конечно, я буду. Я люблю Ренату Литвинову, с удовольствием посмотрю ее фильм, независимо от того, чей там саундтрек, чему авторство он принадлежит. Разбор песен, гитар, типа еще и аккорды разобрать, не только текстовые аккорды. Интересный вариант. Онлайн-концерт. Я, главное, читаю свое же сообщение и думаю, онлайн-концерт, песни Земфиры, карантин. Думаю, интересное сообщение. Так, ну что, попробуем убрать. Все уже увидели мои красивые микрофоны, я могу их убрать. Наверное, да? Так, как мне их убрать-то теперь? Марин, как убрать-то? Я такой, сейчас пробой. Время ночь, повторю. Что там за пробой у тебя? Так, как убрать? Микрофоны. Все, пропали микрофоны? Так, появились. Так, началось. Тут моя любимая, все. Ой-ой-ой. Ну, а что мы из книг почитаем? Ждем песен. Легко сказать, ждем песен. А как песни-то ждут вас? Главное, как я жду этих песен. Ну, что-то пока Бродский тема. Ну, поэзия, так, к сожалению. Ну, я не умею читать стихи вслух. Так. А где моя любимая эта дамочка с вуалью, которая сегодня... Ой, что происходит-то? Добрый вечер, я диспетчер. Так, пардон, сейчас я ее найду. Миф Древней Греции. Так, что у нас происходит? Вот что это за фильтр? Мона Лизика. Сейчас спеть слабо, по желанию любое. Нити. Ну что вы, тетя, нити рвете? Это смешная шутка, мне кажется. А что, убрали мою маску любимую? О, Господи. Добрый вечер. Так, какие есть произведения на примете, кроме
кроме Бродского. Ну все, я вот так пока посижу. Я не знаю, уже не найду эти очки. Что еще видели из Маринго? Ценники. Что видели еще из концерта, что читали, что смотрели? Я потом обязательно просмотрю все ваши рекомендации. С масками Вере стало интересно смотреть. Понятно. То есть вам человек не интересен, вам вот это вот все нужно. Эти вот все ненастоящести. Цветаева Забабах и Лиза. Цветаева уже свое время. Извините за черный юмор. Эпидемия. Циники, да, обожаю. Хочу циников вашем исполнении. Ну, нет, нет. Мне нужно что-то попроще, чтобы был незамороченный текст, чтобы я сама понимала, что читаю. А это не так-то легко, потому что я во время чтения начинаю отвлекаться, думать о чем-то, и у меня все содержание утекает. Четвертый раз спрашивает, смотрел «Настоящего детектива»? Маша, ты молодец, ты очень целеустремленный, ты молодец. Нет, я не смотрел. Интересен человек. Гарика Сукачева смотрели. А что понравилось? Вот вы смотрели все эти концерты, что у вас, о чем не пожалели, смотрели, и еще мне интересно, смотрели ли платные концерты? Должны ли эти концерты быть, в принципе, платными? Вот. Или это должно вот делаться вот по вот этой донации? Славусе, Славусе, Славусе. Ну, хорошо. Янка, посмотрю, что это такое. Пока не понимаю, о чем ты говоришь. Славусе. Так вот, платные нет. Платные нет. То есть мы, типа, все тут готовимся, собираемся ну, и просто вместе проводим время. Донатс. Донатс это, мне кажется, же пончики какие-то, нет? Я пончиками брать не хочу. Ладно, если не Цветаева, то ко дню детской, может быть, Маршака или Чуковского. Вчера был прикольный благотворительный концерт порнофильмов. И куда пошли средства в развитие индустрии порнографии? Книга. Что книга, Лен? Сделать платным, Лиза, мы не против. Если бы вы могли проживать один и тот же день снова и снова, то что, что? Убежал, убежал, убежал. Пошли сделать в этот день. А я тут высказывание одно встретила недавно, оно мне очень понравилось. Но это, по-моему, не помню, Вуди Аллен, кто? Живи каждый день как последний, и однажды ты точно не ошибешься. Ну, гениально же. Гениально. Лиза, как относишься к творчеству порнофильмов? Я не могу сказать, что я помню, о чем. То есть я понимаю эстетику, понимаю направление, но не вспомню конкретных песен. Вот. Бадлера, у него есть небольшие. Бадлера мне в моей жизни хватило уже. В спектакле «Плавание» с Светланой Сургановой мы уже поплавали. Больше я не хочу. А Елизавета, нравится ли вам песня Дианы Арбениной? Скажем так, раньше мне было очень близко и интересно творчество ночных снайперов. Сейчас я более склонна к обратному ответу, реакции, чем раньше. Ну, так вот я ответил. 15 минут у нас осталось. Но мы же можем выйти на второй час, если захотим, нет? Новая песня Земфиры, мы уже с ней поговорили. Ой, не Земфира, а песни мы уже поговорили, что все хорошо, все прекрасно. Единственное, чем... Но мне нравится, что я не одна выпускаю новую песню раз в 1,5 года или в год. И не могу ее каждую неделю. Но есть у меня вот коллеги по цеху.
Ладно, держался, я не могу. Песня Светланы Сурганова. У вас хорошо получается. Что песня? Славу Сэ почитай. А, я думала, ты смотрела Славу Сэ. А, это что-то детское же, да, Слава Сэ или что? Лиза, может, разбор фильмов? А как же мы без песни? А, Лиза, какой у вас рост? Мне кажется, 165, 164. А, Лиза, как твои новые весы? Они уже разговаривают? Вот лучше бы они молчали, потому что сейчас вот, вот сколько вы все набрали? Я уже реально набрала там килограмм или два точно. Вот, килограмм или два точно. И там они постоянно какие-то мне говорят страшные вещи. Там вы близки, там что-то там, к чему-то у вас там то-то, то-то. Ну, страшная штука вот эти весы. Страшно. То есть лучше бы, я вот так говорю, Катя, лучше бы подарили просто, где стрелочкой показывают, сколько ты весишь, и все. Ты, по крайней мере, на что-то одно ориентировался и уже привык к этому. Давайте выпьем, кстати. Елизавета, вы читали книгу Светланы Сургановой? Если да, то у кого же нет книги? Тут какая ситуация? Я читала... Ну, так получилось, что мы вместе все набрали. Набирайте. Но пока я занималась бадминтоном, там до прошлой, там что-то 27, 26, все было нормально. А сейчас, ну, то есть я просто организм привык к очень интенсивным нагрузкам, и любое уменьшение, любое, ну, в домашних условиях просто невозможно это сделать. А, слышала песню Сансары «Все хотят обниматься». Ну, слышала, добрая, теплая. Наивная песенка. Что еще я там отвечала-то? О книге. Ну и так получилось, что над первыми главами мы вместе работали. Я там редактировала текст, немножечко помогала, как могла, но мне потом просто не хватило. Ну, это действительно адский труд, громоздкий. Вот. Но зато я знаю всю Светину. Все древо генеалогическое уже там всех выучила, Чебурахин и так далее, и Сурганов. Вот. И собираюсь, да, обязательно дочитаю до конца, но в принципе я имею представление о том, что это. И правда, это большая работа. И мне кажется, я бы так никогда не смогла, не говоря о том, что я ничего не помню из своей жизни. Вот. Елизавета, покачали пресс всего единожды? Ну, может быть, два раза было. Хач в одну сторону, на следующий день в другую сторону два. У меня зарядка, пресс, велотренажер каждый день, поэтому не набрала. Ну вот я хотела на день рождения себе попросить тренажер гребли, мы уже пошли его выбирать, но выяснилось, что нормальный тренажер, они там какие-то очень большие, там все что-то в пределах 100 тысяч, и я как представила, что он будет у меня стоять, и я погребу там раз в месяц, и ну, решили, что это нецелесообразно. И тут грянула вот эта вот вся фигня, и теперь я жалею, конечно, о своем решении. Уметь танцевать? Нет. Нет. Я не умею танцевать. Мои друзья из Гуады пусть им знают об этом. Крым Земфиры вчера послушал. Мне очень понравилась песня. А вы слушали? Вам понравилась песня? Ну, Юлия, ну, конечно, мы уже 18 раз это все обсудили. Вы потом посмотрите эфир и узнаете как раз... Как раз узнаете, что было у нас с обсуждением этой песни. Я напомню, Лен, про Славу? Хорошо, напомню. Что-то знакомое, мне кажется, мы что-то с тобой читали, да, такое? Ну, пожалуйста, сыграйте что-нибудь. А что сыграть-то? Вот в чем дело. Я просто не знаю, что играть. И главное, что я ничего не помню. Гитарка есть? Умеете ли вы планировать свою жизнь на год? Нет, конечно. Я ее на неделю-то не умею планировать. Елизавета, почему вы игнорируете ваш вопрос? А почему вы игнорируете то, что мне очень сложно успевать за вашими вопросами? В общем, вечерняя сказка на ночь, утренняя зарядка в прямом эфире, да, Лиза, может, мы все вместе не разжиреем? Нет, я хочу вас расстроить, мы все вместе разжиреем.
Я напомню про жизнь твою для твоей книги. А, Лена, ну ты же напомнишь мне только то, что ты знаешь. И то это, как оказалось, неприлично. Тебя вот Марина попросила что-то рассказать для дня рождения. Что ты рассказала? Самое неприличное из моей жизни. Так, ну что, один аккорд мы уже сыграли, это уже прогресс. Все, мне надоели цветочки. А как сделать, чтобы буквы у меня на голове не ходили или никак, да? А как сделать, чтобы... Ну ладно, никак. Да, это Кимба храпит, меня тут спрашивают параллельно в WhatsApp. Позволь мне рассказать все то, как идут дела. Новости, как и в нашем маленьком городке. Я как бросил пить, его жена вчера родила. Ну а у меня пока все окей. Цены повышаются, и цены постоянно растут. Водка разбавляется водой безо всяких мер. Здание театра скоро будет новый детский приют. Ну а у меня пока все окей. Дамы носят мели, а мужчины носят в руки серьгу. Да, навсегда проходит опоздание в несколько лет. Около поста моторный катер пошел ко дну. Ну а у меня пока, пока все окей. Никаких волнений, все спокойно, как по мокрому лесу. Никаких врагов за то и никаких друзей. Лодки, как скамейки, мы давно уже набили. Видишь, у нас в городке у всех все окей. Ну вот, я не случайно выбрала эту песню для нашего совместного исполнения. Надеюсь, вы тоже попевали, потому что хочется, чтобы у всех все оставалось, несмотря на все хорошо. Не поддавайтесь внешним обстоятельствам, факторам. Вам спасибо, что пришли. Я себя обнаружила, на самом деле, очень одну старенькую песню. Я не знаю, наверное, лет 10 назад ее писала. И я не помню, но она такая, ну, прям очень в тему, мне кажется. Марина, сколько минут осталось?
Ну, вот я так и знала еще. А деньги, где мои деньги? Где мои донатсы, пончики там и так далее? Составляли мне крылок композиторы. Составляли мне крылок композиторы. Не ступали в долг инквизиторы. Получали как залог за меня дары. Не прессовывайся, мол, из своей нары. Крутится карандашом назад кассета, что магнитофон заживал к утру. Если моя песня до конца не спета, то я никуда не уйду. То я никуда не уйду. На пророченных концов не бывалый свет. Назначение концов на поход буфет. Сообщение о том, что твой сок истек. Но мне дело поет, что по плану все. Крутится карандашом назад кассета, что магнитофон заживал к утру. Если моя песня до конца не спета, то я никуда не уйду. То я никуда не уйду. То я никуда не уйду. То я никогда. Ну, вот такая была штука. Но это вот, мне кажется, еще перед концом света было что-то такое, какое-то такое настроение. Марин, сколько времени осталось? А то я сейчас что-нибудь начну, и не смогу закончить, и буду расстраиваться. Вера, ты где? Вера, ты где? Вот тебе маска. Вот, по поводу того, что многие спрашивают... Вот, я нашла себя наконец-то. По поводу того, что все спрашивают по поводу новых песен. Не, ну это же очень смешно. Я даже знаю одного исполнителя, которого я себе сейчас напоминаю. Это вообще, конечно, такие же люди тоже бывают. Еще на одну песню, чтобы уложиться в 5 минут. Ну, я могу... Это когда-то мне спели мои друзья Слава Торн там с музыкантами на Лиске. Это не моя песня, но мы ее исполняли где-то на концертах. Ну, наверное, надо все-таки маску убрать, да, а то... О, да что же это такое? По дороге я иду никуда, покину. Может быть, я просто купец, но может, дорогу люблю. Ты поймешь меня и простишь, помолившись на долгий путь. Я ушел, просто ушел, и меня уже не вернуть. Когда-нибудь ты вспомнишь обо мне, пройдет надежда, год и груз. Когда-нибудь ты вспомнишь обо мне, ну и пусть, ну и пусть. Я уйду, растворившись в пыли, и дорога мне будет тобой. Сколько лет не прошло, сколько зим, ты никогда мне не будешь чужой. Ты поймешь меня и простишь, помолившись на долгий путь. Я ушел, просто ушел, и меня уже не вернуть. Когда-нибудь ты вспомнишь обо мне, пройдут надежды, годы и пусть. Когда-нибудь ты вспомнишь обо мне, ну и пусть, ну и пусть. Когда-нибудь ты вспомнишь обо мне, пройдут надежды, годы и грусть. Когда-нибудь ты вспомнишь обо мне, ну и пусть, ну и пусть. Сразу вспомнил Лову Носкову. Ну и пусть. У нас была такая песня.
грусть. Там тоже все заканчивалось, ну и пусть. Поэтому, ну и пусть. Ну и пусть сейчас так, как есть. Берегите себя. Не контактируйте ни с кем безопасно. Мы подумаем про концерт. Если все-таки мы его придумаем, я очень надеюсь, что вы все придете, расскажете об этом как можно большему количеству людей. Вот ДВ, огромное спасибо. ДВ не спал опять из-за нас. Спасибо, что не доспали, что проснулись или не ложились. Вот. Уже мы ничего не споем. Ну, вернее, когда-нибудь, надеюсь, мы споем, конечно. Вот, пишите, пишите песни, присылайте. Я шучу. А еще очень такой вопрос. Насущно мне часто присылают. Вот сегодня присылали там стихи. Оцените, скажите. Я не могу, правда. Я знаю, как это сложно писать, сочинять и показать. Я в жизни никогда не буду никого критиковать. Я могу только с вами вот поиграться там ритмически, да, подсказать, что не так там по ритму или по рифме, а чтобы оценивать содержание, смысл, никогда. Поэтому это только ваш внутренний цензор может вам сказать, может это быть или нет. Это творчество — это самая субъективная на свете вещь. И Израиль тоже привет, у меня там родственники, несколько штук, бабушка, тетя, брат. Вот, спасибо вам за вечер, с вами был диспетчер, сейчас я еще раз все-таки на спасибо вам, спасибо Первый канал, спасибо НТБ, спасибо канал Россия, Light News, вот эти вот все вспышки, вот это я уже устала от них. Всем, всем всего самого хорошего. Мы очень по вам тоже соскучились. Надеюсь, что на что, хотя на что я надеюсь? А, не забудь сохранить, говорит Марина. Да, спаси и сохрани. Есть такая кнопка здесь где-то. Так. Ну все, ребята, я пошла, хорошо? Потому что сейчас я буду говорить, внезапно все прервется, и получится, что я чего-то не договорила. А я не люблю, когда я чего-то не договорил или когда меня не дослушали. Все, пока, пока. Пока, спасибо вам. Да, кто не подписан на нашу группу, приходите, Мона Лиза Бэнд. Потому что я-то тот еще редко что выкладываю, а все новости, в принципе, про нас можно узнавать там, про все концерты и события, которые с нами происходят. Сейчас вам напишу. Мона Лиза Бэнд. Я должна успеть. Мона Лиза Бэнд. Вот же она. А? Сегодняшний день прожит не зря. А кто был не подписан, мне вот интересно. Есть такие? На границе ключ переломлен пополам, а наш дедушка лег со всем сок, он разложился на плесени на липовый мёд. Опять столько всё идёт и идёт. Вся грязь превратилась в голый лёд, и всё идёт по плану.